Пожалуйста, какая раскрываемость в процентном соотношении? Сейчас серьезно. Сейчас порядка 30%. Нормально. 30%, да. Раскрываемость. То есть 70% не раскрываемость. Пока да. А если 30% вам зарплаты платить? Нет, Владимир Ильич, ну дивіться, справа в тому, що одні і ті ж преступники роблять різні преступлення. І коли ловить 30% преступників, майже всіх спіймали, розумієте? Я думаю, навіть мої дідомороди десь спіймали, просто ще вони не розкололися. А можна ще? А така категорія преступлень більш розкололася? Тяжкие убийства, убийства тяжкие телесные, да. Рубежи, разбои, в основном именно на это. Мы видим, что тяжкие злочины сейчас раскрываются. Но не вечером же она раскрыта, но кто такая? Так, а по Федору Петровичу почему сегодня не раскрыли? Раскрыто преступление, коллеги, успокойтесь. Вы же поздравили с Новым годом. Владимир Александрович, преступление раскрыто. Я скоро будет, я прошу поднимите. Деда Мороза заступаю. Скоро буду. Да, у меня вопрос, я его задавал уже на прошлой комиссии, на своей. Вот есть, например, у нас проблема с преступностью. Необходимо предусмотреть для того, чтобы раскрывалось, необходимо что-то, на это выделяются деньги, и тогда есть прямая корреляция, там, преступности становится меньше. Вот основная масса общения с полицией, это говорится о том, что нет бензина, нет возможности выехать. А вы выделяете в первую очередь средства на компьютеры или еще какие-то там приборы, которые нет в прямой зависимости. А программа у вас называется «Стратегия злочинности». Вот думаю, это я, что это полностью. Значит, что я хочу сказать на данную тему. Значит, это областная программа идет. Идет выделение коштів из областного бюджета. Пунктом третьего решения этой программы передбачено еще принятие программ на місцевому уровне, где уже будет решаться питання поточного обеспечения, зокрема, дільничних инспекторов, теми расходными материалами, которые будут самые для этого... То есть, ну вот эта программа, она же по сути, то, что выделяются деньги, это по сути не для снижения уровня злочинности, а просто изменение материальных технических... Так оно же позволяет... Дело в том, что... Вот так повышение можно так не называть. А то получается, вроде как депутаты выделили деньги... Нет. На одно, а по сути это другое. Еще не извинись, я не начал ловить преступника, то как будешь повышать эффективность. А мы полицейские базы, есть рации, позволяют... Рации, средства известны. Понимаешь? Вот ты пошел, не дай бог, магазин ограбил, передали по рации, ловите его там, все, споймали, точно. Понимаешь? Ну я так утрирую, не ты. Ну все, забыл. Можно вас просто на все вопросы садить, чтобы вы отвечали? Нет, можно первый вопрос? Слово садить лично. Нет. Коллеги, підтримуйте програму. Сазаль, будь ласка. Програму я підтримую, але я хочу, щоб все-таки національна поліція і правоохоронні органи звернули увагу на місцевості. Це вже навіть великої громади затратної частини. Тому сильно нас розкупає самого варіння і торгівля наркотичними засобами. Що в центрах, що в обласному центрі, що в містах обласного підпорядкування. Ну голосіть, як місячник збору зброї чи здачі зброї. Так само голосіть. Чи не треба це пропозиція? Місячник... Чи не самого не апарата через? Ну, вибачте, як навіть нашому місцевому керівнику національної поліції, бо я проїжджаю, знаю вже, де точки повинні були. Я їх ці точки показав, піди тільки закрий. Ну просто піди вже закрий. Ну півтора року. Я їжджу, спостерігаю певну категорію населення, де ходить просто там і купує. Ну то стало стільки вивізку повісити, супермаркет або... Александр Сергійович, я до вас таке бачу, що ви як депутат зобов'язаний були писати про прокуратуру, правоохоронні органи, що знайшов точку, а тепер був немедленно написати і обратитися. Тобто це ви виноват? Це ваша обов'язок наш? Якщо я словесно довів начальнику місцевого відділу правоохоронних органів, вказав фактаж, де що воно, цього вже достатньо. А їх преси опубліковані, більшість цих адресів і місць продажу. До речі, це дуже важливе питання. Хотілося б, щоб ми в цьому напрямку попрацювали. Колеги, є ще один питання.